M-O-N-S-T-E-R. Monsters, monsters, yes we are. Hey, Frankie's got me falling apart. Dracula stealing my heart. Clouding Wolfie make me hollow at the moon. Hell, you're a final fish in this lagoon. Clear the Nile, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has Stone Cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Элизабет, тебе понравится в школе монстров? Мне не терпится узнать, каково это стать самой обычной ученицей. К концу недели ты будешь полностью готова к новой роли. Просто Гэби. Обычная ученица, которая была как все. Никто не догадается, что ходит в одну школу со знаменитой голливудской актрисой. Мне нравится школа монстров. Еще бы! И не бойся, я не выдам твой секрет. Вот и Клод, мне пора. Привет. Так-так, что там за тайны? Ну, скажи мне. Новенькая, на самом деле, Элизабет, супер-мега-знаменитая голливудская актриса. Ох, какое облегчение рассказать. Но никому ни слова. Ха, без проблем. Да, молодец! Давай! Настоящий дух школы. Давай! Ну, давай! Простите, я еще никогда не играл в гробобол в присутствии великих голливудских актрис. Великих голливудских кого? Элизабет кинозвезда. Она актриса. Слушай, брат, Элизабет кинозвезда. Где она? Надо же. Я должна взять у нее автограф. У меня у одной чувство, что кто-то выпустил кошку с кладбища. Никто ведь не проболтался, правда? Ой, мальчик, Клод! Из-за тебя вся школа знает, кто такая Элизабет! Выведем ее незаметно из школы. Да, я хочу взять у нее автограф. Элизабет, я сейчас все исправлю. Да, сейчас Дракулаура все исправит. Проверим, там ли хороша вейперин, как все говорят. Надеюсь, никто меня не узнает. О, нет! Ты правда лучше всех? Пожалуйста, хватит и прошу вас, по одному. Да, вот так. Парик не трогай! Я еда.